Перед вами томат Чуб. Это раннеспелый гибрид, высота которого 1,20 – 1,30 м. Поэтому его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Раннеспелый гибрид хорошо себя показал по завязываемости плодов. На пакетике семян написано, что в кисти формируется 5-6 томатов. У нас везде сформировалось по 5 плодов. Плод красный. Около плодоножки нет желтого пятна. И форма томата очень красивая, с небольшим носиком. Универсального назначения томат. Так что, друзья, смело могу рекомендовать данный гибрид для районов с холодным климатом. Я вам желаю всегда быть с урожаем, с хорошим настроением и удачи вам!